Итак, ну что, продолжаем развивать трек. Приехали для того, чтобы заняться ландшафтной работой и сделать забор. Вот на таких четких аппаратах двигается у нас ребята. Это Андрюха. Приехал сюда для того, чтобы помочь нам. Всем привет. Ну что, мы продолжаем. Сегодня у нас среда. Вчера был дождик. Сегодня мы во всеоружии решили сделать очень большой объем работ. Сейчас у нас на объекте раз. Так, Ваня! Хуярь! Хуярь, брат, блядь! Хуярь! В хули в белой рубашечке похуярил, блядь! Красавчик! Ну что, друзья, трасса готова. Мы положили весь асфальт. И остались считанные метры. Ромыч! Ты приехал очень вовремя. Последний метр, братан, асфальта, смотри. Первый, что-то сейчас? Первый. Нет, только раз на вас. Давай, братан. Итак, это последний метр асфальта. Случайно был по делам в Барнауле и заехал вот к этому товарищу. И очень вовремя.